Всем привет, ребята. Наверное, многие так делают, оставляют зарядку вот так вот включенную и уходят на работу, никого дома не присутствует. Мы тоже, как и многие, делали так, не задумывались, что будет что-то серьезное. И вот вечером я пришел домой, зарядка начала тлеть. Она вот уже прожгла пол, сплавилась. Вот что с ней случилось. Фокус наведем, она практически вся у меня сплавилась. Не знаю, почему это произошло, короткое замыкание, либо сама зарядка была не в исправности. Но факт в том, что она начала плавиться, шел дым, я вовремя ее выключил, поэтому на будущее никогда не оставляйте розетки, либо любые другие приборы бытовые включенными. Обязательно их выключайте. Контролируйте весь процесс, потому что из-за такой маленькой оплошности, казалось бы, последствия, они вообще очень серьезные. Вплоть не только потерять и нажитое имущество, но и жизни людей, потому что может возникнуть пожар. Будьте аккуратны, всегда включайте такие приборы. Тоже никогда не думал, что такое возможно случиться именно со мной. Сколько читал информации, ну, как и все, думал, ну, меня пронесет. В итоге, смотрите, чуть-чуть бы и возник бы пожар. Это все бы сплавилось, дошло бы до скатерти, и в момент бы все вспыхнуло, не дай бог. Поэтому будьте осторожны, берегите себя, всегда проверяйте мелкие бытовые приборы. Всем до свидания.